Привет, на канале Чанбитая. И Маша. Сегодня мы расскажем вам сказку про котят и про ежат. И про фей. Привет, привет. Да, у нас сегодня сказочка про настоящих ежат и про настоящих котят. Посмотрим. Да. В одном огороде в Тимошином парке жил маленький ежик в виноградовой арке. С другими ежами он мирно играл, арбузик и листья в иголках таскал. Ой, но как-то жаркой зеленой весной ему показалось, послышался вой. Прислушался ежик, подумал немножко. И тут осенило его. Это же кошка! В то время ежиной тропой проходила добрая фея и тихо спросила. Нравится ежик? Могу по пути тебя на кошачий концерт провести. Любопытство ежа взяло над ним верх. Отправился ежик на кошачий концерт. Толпою поклонников окружена, сияя на сцену, выходит она, запела мяукая, нежно и сладко. Красивая кошка по имени Натка. Как только отпела и включили свет, наш ежик тихонько сказал ей «Привет!». Некрасивая кошка немножко смутилась, но все-таки встретиться с ежом согласилась. С тех пор они вместе и ночью, и днем гуляют и песни поют лишь вдвоем. Но только боятся растить малышей, колючих котят и пушистых ежей. Понравилась наша сказка? Ставь лайк! И подписывайся на канал Чанбитая. И Маша! Пока-пока!